Мяч подхватывает, и уже легконогая, легковесная гвинейская команда уже непосредственно у штрафной площади. Трауре бьет поворот. Отметил, честное слово. Это пенальти, друзья. 14-я минута, 13-я. Только что мы обсуждали эпизод, который как будто достоин был 11-метрового удара, но он произошел в другой штрафной площади. Ну действительно, на общем плане такого не увидишь. Удар поворотом капитана. Действительно, мяч попал в руку. То есть изначально-то может направить соперников к центральному кругу. Левая у него рабочая, как мы видим. Ну вот и боевое крещение Жермена Берте на этом турнире. Первый матч и первый пропущенный мяч. Ну что ж, даже элемент издевки присутствовал в этом исполнении пенальти. По центру, возможно, даже подсекал в стиле, который знаменит во всем мире, как стиль Паненки. Мяч влетает в ворота, Берте пропускает на 14-й минуте. Мы видим, в три шага разбег-то всего лишь. Нет, не Паненко, просто пробил по центру, не подсекал. Просто пробил по центру. А может, и подсекал, вы знаете. А вот теперь вижу, что подсекал. 15-й Дриса Диаките, 17-й Маматун Диаед, 18-й Абдулаи Диаби, 20-й Мадива Майга и 23-й Малаваге. Тренирует команду Хенрик Касперчак. Без замен играют. И те, и другие. Малийцы идут в наступление. Хорошая подача. Майга! 1-1. Ну-ну-ну-ну-ну. 13-й номер сборной Гвинеи. Правый защитник Сисе. Потерял откровенно игрока. Из предела вратарской площади футболист Меца расстреливает владение Наби Итара. Счет становится равным. А кто там такой ловкий по правому флангу прошел? Ну, подачка, конечно, потрясающая. Ну, видите, здесь не только голову нужно было подставить. Здесь ведь требовалось еще и выйти на ударную позицию. Да, мы видим, как позиционно